Поддержите протестующих, и вы увидите, как эти перемены произойдут завтра. Завтра не просто на ваших глазах, именно в результате ваших усилий, вашего вклада в это сопротивление. 9 мая мы тоже будем призывать наших граждан выйти на акции протеста. Мы будем требовать, чтобы отменили эти лживые выборы, чтобы были честные выборы, чтобы каждый гражданин страны имел право самовыдвиженца, мог выдвинуться в кандидата в президенты, чтобы отменили все эти ограничения, что только те люди, которые работали на государственной службе, могут выдвигаться в президенты, чтобы отменили этого лживого кандидата Касым-Жомарта Токаева. Мы будем требовать честных выборов, мы будем требовать свободы политическим заключенным, мы будем требовать свободы для нашего народа, мы будем требовать, чтобы эта власть подчинялась народу, чтобы действительно выполнялись статьи Конституции, когда источником власти действительно является народ. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.